Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Христос воскресе! Воистину воскресе! В этот светлый праздник воскресения нашего Господа вся земля озаряется тихим небесным светом, особенно края православные, освященные подвигами праведников. Сегодня ждет нас земля сибирская. Свято чтут верующие люди далекого города Ачинска память своего заступника, святого старца Даниила. Родился он в бедной семье полтавских казаков. С раннего детства обучался военному ремеслу. В 10 лет уже твердо сидел в седле и, как любой его сверстник, мечтал о ратных подвигах. Достались они ему с избытком. Артиллеристом участвовал он в Бородинском сражении, где чудом уцелел. Вражеские ядра рвались и справа, и слева. Десятками падали его боевые товарищи, а Даниила осколки словно нарочно облетали. «Хранит тебя Господь!» – изумленно говорили ему офицеры. «Видно, угоден ты ему!» Даниил и сам чувствовал невидимую силу, ограждающую его от бедствий. Доблестно дошел он и до Парижа, и еще 5 лет служил в войсках. Но, приближившись к середине жизни, стал каким-то задумчивым. Что-то печалило его, не давая покоя. «Господь каждый день стучался мне в сердце», – признался он потом. «Звал к иному подвигу, а я раздумывал». Но вот в 1820 году, приехав в отпуск в родную губернию, подарил он племяннику свои 5 десятин земли, огромные по тем временам угодья, и на прощание сказал: «Более не ожидайте моего прихода в дом. Куда-нибудь залезу в щель, как муха, и там век доживу». Вернувшись в войска, Даниил принялся служить вроде бы как и по-прежнему, но только все чаще замечали в его руках Священное Писание и жития святых. «Что это с тобой?» – спрашивали его товарищи по оружию. «Никак решил ты в черницы податься? Все читаешь да молишься, и ничего тебя больше не влечет». Даниил не стал возражать. Написал прошение главнокомандующему с просьбой уволить его от военной службы ради прохождения жития иноческого. Но не в чести были тогда монастыри. Прочитав прошение, генерал отдал Даниила под суд, лишил воинского звания и отправил в ссылку в Сибирь для вечных работ на винном заводе. Вот что значило в ту пору солдату попроситься в монахи. Привезли Даниила в сибирское местечко Боготол и поселили там как арестанта. Каждый день выполнял он черную работу на заводе под бдительным оком пристава, который сильно над ним издевался, а по ночам усердно молился он Богу. И однажды совершил настоящее чудо. Своей молитвой исцелил того самого пристава, что так жестоко с ним поступал, от тяжкой болезни. В благодарность за это пристав сообщил губернатору, что арестант не способен нести тяжелые работы. И губернатор разрешил Даниилу покинуть завод и уйти на вольное поселение. Исполнилось его заветное желание. Теперь мог он спокойно подвязаться в уединенном месте, вдали от людских глаз и языков. Сколько таких укромных уголков на бескрайних просторах Сибири! Но для начала Даниил облюбовал город Ачинск. Устроил себе маленькую келью в доме одного из купцов. Пожив в ней несколько лет, переселился он в деревню Зерцалы, в 17 верстах от города. Выкопал себе землянку, сделал в ней крохотное окошечко на восток и хотел было совсем удалиться от людей. Но не прошло и месяца, как по всей округе поползли вести. Поселился у нас недалече настоящий святой человек,
Все может он. И в душу заглянет, и грехи обличит, и недуги своей молитвой уврачует. Дошла молва о чудесном старце и до Ачинска. Всех удивлял он даром правительства. Собирается, бывало, купец поехать в Зерцалы. Запрягает лошадь, думает, чем бы одарить праведного старца. Глядь, а старец сам стучится к нему в ворота. Решил ты меня посетить. Да что тебе трудиться? Вот я сам к тебе пришел, говорит он, ласково улыбаясь. Ничто так не приближает к нам Бога, как милость, учил он и богатых, и бедных. Ее может подать даже неимущий. Помоги бедному, поработай у него, утешь его словом, вот и стал бы ты для него благодетелем. Не ответил на обиду, Бог тебе старицей простит. Тихо клонилась к закату его жизнь. Причастившись святых Христовых тайн, стоя на коленях, предал он свою душу Богу и был похоронен в Енисейском монастыре. Над его могилой воздвигли часовню, и многие приходящие туда люди получали небесную помощь. Ах, как бы побольше подавал нам Бог таковых исповедников, говорил о старце его духовник. Давайте, друзья, вместе помолимся святому праведному Даниилу. И он помолится о нас, ведь праведники сияют перед Богом, как светлые звезды. Храни вас Господь, мои хорошие.